появилась в моей биографии клякса. Ербалайфа купил для себя и родни. Похудел моментально на 140 баксов и на полкилограмма за год беготни. Я ходил по вокзалам, по рынкам с плакатом. Просто так расскажу, как терять лишний вес. Ербалайф надо кушать в борще и с салатом. Это самый изысканный деликатес. Я с наглядным примером к прохожим цеплялся. Я с собой рядом ставил соседа штаны. Я же в них без проблем 10 раз помещался и ремнем бинтовался вокруг всей спины. Кто-то верил, а кто-то сочувствовал даже. Но и те, и другие сказали гудбай. Надо ли зелье немецкое, если есть наше? От хворобы любой свою дозу хлебай. И на теще мой бизнес не оправдался. Усекла теща, что без диет можно жрать. Так как был не центнер, так центнер и остался. А семейный бюджет продолжает страдать. Вот вступил, как вступил. Только сыпятся шишки, it's my life, мне не в кайф. Хоть ты вой, хоть ты лай. Поберут корешам, покидаю картишки, отыграю просаженное в Ербалайф.